И всем привет! Сегодня у нас будет с вами пятый финальный этап. Кубка Женетта в Снеттертоне. И гоночка будет за чемпионский титул. Погода облачная. Опять же, дождя нет. На этой трассе, кстати, под дождем немножко сложновато бывает гоняться. Но ничего. Для нас и под дождем будет, я думаю, несложно. Гонка финальная. И по итогам у нас определится победитель. Выезжаем с вами в квалификацию. А после этого сезона нас ждет еще один сезон Кубки Женетта. Но я сделаю его покороче, чтобы вам было не так скучно смотреть. А потом, я думаю, наверное, перейдем в Рено. Ну там я... Думаю, насколько помню, там, по-моему, выдают выбор, куда перейти. И я хотел бы попробовать Рено и дальше кузовные чемпионаты. Не класс GT, но всегда можно потом вернуться, по-моему, и прокатиться в том классе, в котором ты не катался ранее. Итак, сейчас зачетный круг и гонка. Поехали! Thank you.
4 minutes remaining. Defend yourself. We want this win.
Ну что ж, это было несложно. Первое место. Наш напарник 10-й, к сожалению, там где-то на дне таблицы. Но наша команда 47 очков опережает ближайшего преследователя, и на 6 очков мне удается оторваться от ближайшего конкурента. Ну, лучший круг, дополнительные очки, это все понятно. И чемпионский титул, ну, было несложно, на самом деле, ребят, это... Женя-то это так, лайтовая штука. Да, кубок конструкторов у нас тут на первом месте. Ну и сейчас наградят, я думаю, меня. Вот, Женета Juniors UK, 4 подиума, 4 победы, ну, то есть все по максимуму практически, ну, только там без pole position. Успешно завершили серию и можем перейти к следующей в данном сезоне. То есть у нас в одном сезоне получается 2 серии гонок. Понятно. Ачивочку. И вот переходим в UK 2 Championship. Вот хорошо, 5 трасс, Нокхилл, Снеттертон, Донингтон, Сильверстоун и Брэндс Хэтч. Ну, что ж. Ну, давайте. Поехали.